Жильцы дома номер 6 по улице Устиналабе ремонт придомовой территории ждали несколько лет. Дорога здесь была полностью разрушена. После строительства Лыбецкой магистрали водители стали сокращать путь, проезжая через этот двор. Асфальт практически исчез, дорога стала похожей на решето. Автомобили ездили чуть ли не по ногам пешеходов. Жильцы дома говорят, очень часто водители даже не сбавляли скорость, проезжая по их двору. Во многих местах буквально через каждые 2-3 метра яма. Аккуратные водители едут тихонько, а некоторые лихачи гонят вовсю. И лужи там, все это на нас выливалось. И вот когда и крадешься вдоль забора, потому что посередине были постоянные ямы. Заставить притормозить водителей может лежащий полицейский. Может появиться во дворе и так необходимая новая детская площадка. Но по новым правилам за эти работы жильцы дома должны заплатить сами. Софинансирование в этом случае не предусмотрено. Этот вопрос решается только на общем собрании собственников многоквартирных домов. Всего в этом году на благоустройство дворов в областном центре власти города потратят 37 миллионов рублей. Это у нас 16 дворовых территорий в составе 25 многоквартирных домов. В настоящее время на 10 дворовых территориях из 16 уже начаты работы. Все 10 территорий планируется завершить в апреле месяце. Ремонт этого двора обойдется почти в 1,5 миллиона рублей. Подрядчики заверяют жильцов дома, деревья во время проведения работ по благоустройству не пострадают. Во дворе заменят асфальт, установят скамейки и урны, покрасят ограждение и восстановят газоны. Планируется заменить полностью асфальтовое покрытие 620 квадратных метров. И асфальтовое покрытие тротуаров 160 квадратных метров. Тут здесь будет новый бортовой камень дорожный, 273 штуки, и тротуарный или газонный. Всего в этом году на реализацию во Владимире национального проекта «Комфортная городская среда» предусмотрено 111,5 миллионов рублей. Большую часть средств направят на благоустройство парка «Добросельский». Григорий Кошкин, Иван Стариков и Дмитрий Шаталов. Губерния, 33.